Процес декларування майна всіляко ігнорувався, перебував під вето, змінювався до невпізнаності. Нині форма для е-декларацій має 16 розділів, які дають відносно повний зріз матеріального становища чиновників. Однак оприлюднення цих даних викликало неоднозначну і вкрай бурхливу реакцію суспільства. А що б хотіли задекларувати жителі нашого міста? Та взагалі, як вони до цього ставляться? – запитали наші журналісти. Я вважаю, що це вони, можна сказати, насміхаються над народом України. Я би, недвіжимость, деньги, которые дома, не надо декларировать. Золотую рыбку, которая приносит все, что желания любые. Я отношусь к этому так, что депутаты обязаны декларировать свое имущество правдиво, а не так, что, знаете, половину задекларировали, а половину спрятали. Я бы задекларировал мое имущество личное, это там, наверное, около 10 тысяч гривен, да, и, телефон, наверное. Я им просто не верю, и все. То, что там коровы, вилы – это одно, а у них совсем другое. Они не думают о людях, они просто отмазываются. Отрицательно. Вообще, зачем они все это рекламируют? Люди вон, живут без света, без газа, без тепла вообще в дырках в этих. А они рекламируют, сколько они имеют миллионов, чтобы они были здоровы. А что ж наши местные держслужбовцы? Александр Сенкевич не вказав жодного объекта власності в розділі «Цінне рухоме майно», де необхідно вказувати речі, вартість яких перевищує 100 мінімальних заробітних плат. Таким чином можна зробити висновок, що у мера Миколаєва немає цінностей дорожче за 130 тисяч гривень. Згідно з декларацією, дохід Комашка – це колишній прокурор Миколаївської області, а нині прокурор Чернігівської області – за 2015 рік склав 312 тисяч 896 гривень. Ці гроші він отримав як плату від прокуратури Миколаївської області та Генеральної прокуратури України. Отже, дані цих та інших посадовців відтепер у відкритому доступі. Та чи допоможе це подолати корупцію? На всі ці питання сьогодні відповість наш ранковий гість. Радий представити вам гостя нашої студії, політтехнолога Олександра Охмановського. Доброе утро. Спасибо, что пришли к нам в студию. Увидели мнение николаевцев, увидели, что и как декларируют самые яркие личности Николаева. Ваше мнение, скажем так, вот тезисно в начале перед нашим разговором. Необходимо понимать, что это как раз буря возмущений, да, общественная реакция. Это и есть основная задача декларирования доходов, которая внедрена, да, еще пришла к нам с Запада. То есть как раз для того, чтобы избиратели видели, как живут политики, чиновники, и могли сравнивать, да, какими они были на момент избрания и какими они там стали через 1-2 года. То есть это одна из систем борьбы с коррупцией. То есть это нормальная реакция на подобное явление. Да, правильно, так и нужно. Я думаю, да, было бы смешно, если бы николаевцы никак не отреагировали, украинцы тоже как-то, есть-то и есть, не будем как-то на это все смотреть и брать во внимание. Для примера, просто хотелось бы, коль мы о Европе заговорили, вот один из наяскравейших прикладов, это канцлер Німеччини, зарплата, автомобиль и будинок, если можно так сказать, в тезисно. Адреса проживания відома усім, зараз користується автомобилем и літаком, який знаходиться у її розпорядженні. Поряджені цілодобово. Єдине, що в неї також є, це заміський будинок, який належить подружжю Меркель. Звичайно ж, квартира. Тобто мінімум, по суті. І як бачимо, що в Європі, можливо, причина все ж таки у якійсь ментальності, оскільки в українців, можливо, на завтра зберегти ще, щось накопичити побільше, якось в Європі, можливо, цього немає вже в менталітеті? На самом деле, на Западі, не берем не только Європу, да, но и страны, как я называю, с развитой демократией, абсолютно по-разному на самом деле. Есть и относительно бедные, да, политики, а есть прекрасные примеры, то есть, например, США, очень богатых, например, там, мэр Нью-Йорка Блумберг, который миллиардером является, либо же семья Клинтона, которого владела нефтяными активами. То есть нету никакого, в принципе, нормы, да, что бедный должен заниматься политикой, либо же политик, там, европейский, американский должен быть бедный. Нет, абсолютно нет. Вот, а есть богатые и так далее. Но там общество следит за тем, еще раз говорю, каким ты пришел в политику, каким ты ушел. Либо же ты свое положение
на благо страны используешь, либо же ты лоббируешь интересы своего семьи, своего бизнеса. Вот и все. А по поводу этого многие, да, эксперты и многие николаевцы тоже в социальных сетях пишут о том, что стоит следить все-таки, откуда пришел человек. Если из бизнеса, то, ну, как бы уже человек пришел с капиталом. Если он пришел нищим, бедным, с порванными штанами в политику, и тут раз резко миллионы появились, стоит уже на это обратить внимание. Сейчас хотелось бы тоже посмотреть еще одну реакцию николаевцев, о которой мы говорили. Флешмоб «Відправ речі». Сейчас просто все, кто только хотят, вот в социальных сетях начинают флешмоб «Отправь свои старые вещи депутату-миллионеру, берущему государство материальную помощь». Как это можно прокомментировать? Мы это уже видим. Вещи собирают, будут отправлять. Ну, это опять же нормальная реакция общества на раздражитель. Но, к сожалению, у нас такие законы. И мы должны просто выбирать тех, кто будет менять. Да? Ну, почему мы должны покупать квартиры нардепом, когда есть прекрасное понятие «служебное жилье». Почему мы должны платить безумные деньги за гостиницу, когда за эти деньги за 25 лет можно построить служебный дом? Так как, ну, в той же Европе, например, проблемы с жильем вообще не стоит, потому что в той же Англии есть специальный особняк, в которой живет премьер-министр со своей семьей, который переезжает туда на время исполнения своих должностных полномочий. Да, прекраснейший особняк, и все действительно знают, где он находится. То есть точно так же и у нас. Поэтому флешмоб можно проводить, но наиболее действенно будет все-таки требование изменить законодательство, убрать материальную помощь, действительно, либо материальная помощь, если у человека нету вот этих, да, статков. Не будет ли тогда скрывание этого всего для того, чтобы получить материальную помощь, как это сейчас есть? Вот один из ярких примеров — Николай Романчук по электронной декларации, обвиняемый в вымогательстве взятки, герой Украины Николай Романчук. За 2015-2016 года он уже как бы задекларировал что? Очень хитро, потому что дом, который раньше был на нем оформлен, теперь оформлен на Тамаре Романчук, жене Николая Павловича. С ней они находятся в разводе, соответственно, он не имеет права и не обязан декларировать имущество своей бывшей жены по закону. Но интересный факт. Он снимает 20 квадратных метров за 20 тысяч гривен в месяц в доме у своей жены. То есть, ну, вот так видим. Понятно. И он, соответственно, материальную помощь обязан получить. Понятное дело, что это определенные схемы. В данном случае мы ничего не можем сделать. Опять же, согласно, да, закону имеют право получить, получает. Другое дело, когда... Ну, опять же, когда наши депутаты, официальные миллионеры, до декларирования получали материальную помощь или компенсацию по жилью, ну, это, смешно. Опять же, ну, как смешно, это наш принцип, то есть, маю право, чего я не могу получить, отримать. То есть возможность, берут. Все очень просто. Нету возможности, не будут брать. То есть тут как бы стоит загвоздка в том, что на законодательном Почему не получить лишние 23 тысячи гривен, если дают? Ну да, почему бы и нет. Вот еще один момент. Есть тоже из казуса электронного декларирования по поводу Виталия Гончарова. Вот один из журналистов, Андрей Лохматов, тоже откопал, я так понимаю, он там сутками уже роется в этих электронных декларациях, и откопал то, что Виталий Гончаров заполнил электронную декларацию за 2015 год, и в графе «должность» указано «радный главы Национальной полиции Украины». Но когда радный был Миколаев, сказал, что это не мой советник, поэтому вот как с этим быть, потому что из бюджета продолжает он получать зарплату в диапазоне от 11 720 гривен до 28 150 гривен, то есть хорошие суммы. В данном случае это только необходимо писать информационный запрос к Хате. Мы, кстати, вот сейчас видим, да. Да, для того, чтобы она дала официальный, а не просто словами, официальный ответ на информационный запрос, является ли он советником или нет, потому что эти деньги могут быть какими угодно, на самом деле. Он может получать зарплату где угодно, может быть, он занимается бизнесом, неизвестно. То есть он уже, если не является советником, по закону он обязан подать за прошлый год все равно декларацию, когда он был чиновником. И в этом году уже неизвестно, какие деньги. То есть даже такие моменты. По поводу все-таки декларации. Ваше мнение, стоит ли это делать всенародным достоянием? И не приведет ли это к тому, как вот процитирую опять-таки Андрея Лохматова, он подал то, что очень скоро, знаете, минусы электронных деклараций. Это, конечно, с шуткой, с юмором он подал, но доля правды здесь большая. Если раньше среди этой толпы чиновников, депутатов можно было вычленить сильно подозрительных
самых богатых путем журналистских расследований, то сейчас это все прозрачно, открыто, это все могут увидеть николаевцы, украинцы. Очень скоро нужно будет удивлять лишь бедными примерами политиков. Станет ли это просто тем, что люди к этому привыкнут, и если раньше догадывались, что да, у них есть миллионы, то теперь просто будут знать, эти миллионы реально есть? Первое, это в любом случае хорошо, потому что это норма демократического общества, и других вариантов нет. Первое, да, на самом деле многие эксперты прекрасно раскрыли секрет, да, Полишинеля. Ну, люди декларируют зачастую больше, чем они есть. Ну, возьмем этот прикол, да, с триллионом гривен. Очень много, на самом деле, декларировали больше, чем имеют, для того, чтобы легализовать в будущее черные поступления. Естественно, что сейчас они могут прикрыться теперь любые часы, любой Бентли в гараже. Ребята, посмотрите, у меня столько-то денег было. Несомненно. Это нужный этап. Пусть не через год, но через 5-10 лет мы придем к следующему этапу, который необходимо было внедрить. Вы же помните, как они сопротивляли, народные депутаты сопротивлялись как раз введению декларирования. Будет следующий этап — проверка дохода. То есть, и когда вот мы подойдем к следующему этапу, и мы должны требовать, как избиратели, именно этого, чтобы подтверждение доходов, а в случае неподтверждения уплата налогов, то, как нам предлагали год-полтора назад сделать, если вы помните, всем украинцам нулевая декларация и так дальше. Вот теперь мы должны требовать, чтобы высшие чиновники, народные депутаты и так далее, чтобы налоговая проверяла. И как только вот этому народному комбату, с которой по приколу издеваясь над обществом и над самой сутью электронного декларирования, задекларировал триллион гривен, как только к нему придут и спросят, откуда ты их взял, а не можешь подтвердить, заплати 15% или 17% подоходника, и как только ему впаяют штраф, 170 миллиардов гривен, да. Вот только тогда мы заставим чиновников и народных депутатов, и всех политиков очень серьезно относиться к этому и писать только объективные данные. Что и призвано сделать декларация. Потому что декларирование не борется с богатыми, а только лишь требует показать. Просто четкости и четкости, прозрачности этих доходов. Сколько у тебя денег? А по поводу вот декларирования мы говорим, да, о том, что можно было написать увеличить сумму, потом их за счет черных поступлений. А вот когда это будет, я так понимаю, система, вот из года в год, когда уже есть предварительная декларация, тогда проще все-таки это все проследить. Несомненно, мы находимся только в начале пути. Естественно, что когда люди, в принципе, подозревают, что все они богатые, когда они это просто увидели, конечно же, это мы сейчас видим первый шок, первая реакция. В дальнейшем не будет такой реакции. А по поводу избирателей, то есть как можно изменить, как это изменится и к чему приведет? То есть может ли это быть так, что те, кто сейчас задекларировали там миллионы и так далее, в скором будущем на выборах не получат просто голосов? Да, прекрасно не получат. Вы понимаете, когда мы видим вот эти опросы все и вот этих вот пенсионеров с горящим взором яростным и средний возраст, молодежь лучше. Я всегда, понимаете, задаю вопрос, скажите, а кто продавал голоса по 200 гривен? Вот бабушки все эти. А за скамеечку? А почему тогда у меня было возмущение? Вы же продавали эти голоса, это массово. Я как политтехнолог и как наблюдатель на выборах, я это массово видел. Это последние годы массовая технология. И в результате, продав свой голос, вы смеете возмущаться тем, что тот, кто купил ваш голос, зарабатывает? Это нечестно. Вы знаете, у нас как старый-старый анекдот, когда что украинцы, они хотят, чтобы коррупции не было, но можно было все порешать. Вот точно так же. Поэтому реакцию общества я бы очень сильно анализировал бы через призму продажи голосов на выборах. Потому что все, что мы видим в декларациях, исключительно потому, что огромная масса людей продала свой голос.
И вот им как раз, я считаю, что нужно сидеть и молчать. Это они сделали. Ну да, потому что реально это как бы изменение, которое нужно было делать уже на выборах николаевцам, украинцам. Как бы, понятное дело, сразу бы это не было решено, этот вопрос, но хотя бы можно было что-то требовать. А так, на сегодняшний день... Несомненно, как только они перестанут продавать голоса, как только, причем не только за день, я имею в виду и так называемые детские скамеечки, площадочки, окна, которые школы, активно начинают делаться перед выборами. Да, то есть это все коррупция, это все покупка голосов. Вот как только... Люди начнут, избиратели, оценивать не сколько он поставил скамеечек и денег дал, вот, а кто этот человек, откуда он, чем он занимается, действительно, он из бизнеса или нет, а чего он достиг, а что он собирается делать, какая его программа, а через год, а приехал ли он, отчитался, став депутатом, да, вот только тогда, действительно, вот, поставить эту галочку уже. Да, вот действительно мы сможем, да, декларирование будет иметь серьезный вес. Ну да, реально, знаете, меня всегда интересовал вопрос, почему, когда там сделали площадку и так далее, почему же народ наш такой ответственный, этому человеку голос свой отдает? Это очень, это наша особенность, ее психосоциологи изучают. Не чтобы получили, ну и все, а проголосовали за кого хотите. Нет, нет, это же особенность, потому что с советских времен было, вот у государства украсть это не преступление. Можно, то есть нужно, затащили с заводов, с колхозов. Советский народ воровал так, как не воровал никто. Вот. Но при всем при этом, как только вот, действительно дали 200 гривен на выборы, и можно реально голосовать как хочешь, нет, вот здесь единственный момент, когда у избирателя украинского включается ответственность. Это парадокс, действительно. То есть он существует. Ну да. Что ж, самое главное, видите, у нас завела тематика электронного декларирования к самым истокам, как оно и есть. Будем надеяться, что самое главное – это свідомі миколаївці, свідомі українці будуть вмикати розум і будуть робити правильний вибір, з чого все це і починається. Так. Ну, а вже далі, звичайно ж, від політиків будемо вже тоді правдиво вимагати правдивих декларацій, ну, звичайно ж, білих, прозорих доходів. Дякую вам за те, що сьогодні зайшли в нашу студію, розставили деякі акценти в цьому електронному декларуванні, яке дійсно очі на лоба полізло в народу і в деяких журналістів, навіть які... Розчарувалися. Андрій, як, наприклад, тепер вже все, роботи немає. Де шукати, що робити? Я нагадую нашим телеглядачам, що спілкувалися сьогодні на тему електронного декларування з політтехнологом Олександром Ухмановським.